В минувшие выходные сразу две ульяновских семьи остались без крова. Пожар буквально уничтожил жилище людей. Одноэтажный блочный дом по улице Островского. Огонь был настолько сильным, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение только через 40 минут. К счастью, сами жильцы не пострадали. Вовремя выбрались из дома. По словам сотрудников МЧС, одна из проживающих семей относилась к категории неблагополучной многодетной. Поэтому в доме были установлены автономные дымовые пожарные извещатели. Благодаря им 8 жильцов, в том числе 4 детей, смогли вовремя покинуть дом еще до приезда спасателей. Предположительно, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, в частности, неисправность электрического счетчика. Как отметил председатель правительства Александр Смекалин, пострадавшим семьям будет оказана материальная помощь и помощь в восстановлении документов. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.